Всем привет, дорогие мои ютубовцы, уважаемые мои зрители. Сегодня я все-таки попытаюсь записать для вас обзор на последнее конкретное видео Самвела Адамяна. Девочки, я уверена, вы все его там видосики смотрите, кому интересно. Давайте обсудим. Я думаю, чего Севка такой спокойный, уравновешенный и так с мамкой тихо, уважительно разговаривает и общается. Думаю, опа-на, успокоительных попил, чекихось, транквилизаторов закинулся, заглотнул. Кокочка, вы все бачили, чули? Чувак сидит на гидозепаме, притом плотненько, ребята. Я так понимаю, у него прям систематический прием этого препарата, потому что Севка уже не впервой в своей квартире хватается за этот гидозепам. Вот я выпью. Кока сказал, это не твой препарат, не трогай, нельзя. Ой, Митрофан, что-то с тобой не так. Начинаю прям переживать. Вообще, ребят, с такими таблетосами поаккуратней. Ну, Кока доктор, він все знает. Куда там нам браться и что там советовать и подсказывать? Мы кто такие? Кто вони, девочки? И кто с вами мы? Не допрыгнуть, не добежать. Ну да ладно. Итак, звонок Ирочке, сестричке. С мамкой прямо Севка так щебече. Мама-то мама, мама-то мама. И вот с Ирочкой разговаривают, начинает оправдываться. Думаю, ух ты, в кои-то веки. А что это за тональность такая? Послушала я, девчонки, и до меня дошло. Чувак просто оправдывается, потому что натворил делов. Ну, а теперь треба ж якось завуалировать, как-то сгладить эти углы. Ну, а что тут такого? Ну, подумаешь. Всего-навсего мамки барабану перепонку пробив. Ну, вона ото дернула, Зіра, понимаешь? Мы пробили, мы. Думаю, мы? Мы. Кто це мы? Ми пробили, конкретно говорю, от Іра так спрашивает, хто це ми пробили. Ну, навірно, я, ні, Сявка, називай вещи своїми іменами. Не навірно, а ти, конкретно ти, з психов, потому что ты нервно больной человек, ты чокнутый на всю голову. Это всегда, девчонки, происходит вот на психе, на нервике у него. Он же эту мамашу, если бы он мог, он бы ее задавил, блин, и рука бы у него не дрогнула. Как он ее муштрует, как он ее, она марширует, выполняет все его приказы и указания. Возомнил из себя вообще мастера во всех отраслях, во всех сферах, все знает. Врачи вообще никто, никто ничего не понимает, не надо их слушать, этих врачей. Він, девочки, маму лічить, він дає їй указання, як надо ходити, то, що в неї одна нога коротше другої, і по этой причині вона переваливається, то есть шкандибать починає, вона коротше. Я скажу, почему. Потому что никто не занимался реабилитацией после операции, когда поставили сустав Васильевне. И эта нога, она не разработана сразу после операции, превозмогая боль. Люди занимаются очень усердно. Этот сустав должен разработаться. Она все время кричала, дотронуться нельзя было до нее. Ай! Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Больно! Больно! Все вы это, я думаю, слышали и видели на своих экранах. А ее нужно было разрабатывать. Поэтому я сейчас даже у себя на макбуке, когда она идет, я увеличиваю просто полномасштабную картинку, вывожу на экран, и я смотрю. Ребят, оперированная нога полусогнутая. Она полностью вот так вот не разгибается. Она у нее вот в таком положении. А значит, она короче. Поэтому Васильевна все время хромает. Там уже, скорее всего, искривление позвоночника. И таз немного перекошен, это однозначно, ребят. И то, что он на нее орет и заставляет ее маршировать, и жопу расслаб, и руки расслаб, голову себе расслаб, всегда мне хочется сказать. Мозги свои пойди постирай с порошочком, каким-нибудь там ополаскивателем парфюмированным. Может, что-то якась извилина начнет у тебя более-менее функционировать. Ой, девчатка... Пробуй перепонку, ну, наверное, я барабанную перепонку.
А чё це, як це ти її про Бивіра розпрашиваєш? Я її уши чистил, Іра в шокі. Я в шокі. Я там коменти почитала, посміялась, люди пишуть. Іра з цього шока ніяк не вибереться. Що не коснись, що їй не скажи про мамку, вона все время в шокі. Ой, я в шокі. Ой, я в шокі. Та вже, господи, коли той твій шок закінчиться, люди там питають. Знаєш, вопроси задають тобі. Може, із шока як-небудь ти вилізеш із цього, оклигаєш, Іра. В шокі вона та в шокі. Соглашусь з другим, що какого хрена ти їй чистиш уши. А ответ лежит на поверхности, я уже отвечала, потому что психованный. Она что, сама не может себе аккуратненько там почистить раковину ушную? Она чувствует. Все эти слова Ира правильные сказала. Насколько глубоко можно эти палки совать? Вообще, девчонки, доктора говорят, что палочками ушными нельзя чистить уши, потому что сера спрессовывается. И получаются потом пробки серные. Вот природа придумала руки с пальцами. Когда душ принимаешь пальцем, ты пальцем должен это делать. И с течением какого-то времени периодически эта сера потихонечку из ушных проходов у каждого человека выходит наружу. Здесь сколько палец достал, столько ты и помыл. Хорошо салфеточкой вытер, на этом процедуры с ушами должны закончиться. Они лазят туда всякими палками, острыми предметами. Ну, этому дятлу объяснить ничего нельзя, он самый умный, он никого никогда не слушает, ни к чьим советам не прислушивается. Я в шоке, чего це вона сама не может почистить уши, сказала Ира. Почему ты ей чистишь уши? Ну, от там було щось чорне і чорне, а то вже кров, дівчатки, то вже кров запеклася. Ну, зато ура, ребята, шупички, праздник настав. Врач сказав, сказала хірява, ні каплі води, ні каплі нізя, Боже упасі. Слава Богу, митися не треба, купатися не треба, дівчатки. Врач заперетив. Оце удовольствие, щастя подвалило, да, Васильівна? Молодець. Используй кожний удобний случай. Ну, як тільки побачила у Сєвки шоколадку в руках, білий шоколад, хочу сладко. Так, хочу сладко, сказав Сєвка, аж вивертає мене. Во-первых, іди на глисти, провірся своїми котами. Я ніколи не слышала, це так, лірическое відступлення буквально на 30 секунд, дівчонки. Ніколи не слышала, щоби он хоть когда-нибудь своим котиком, включая Томаса, Пусика, Сайгака, капельки на холку капал, от блох, от гельминтов, от всего. Вы когда-нибудь это видели? Я нет. А на обуви с улицы, невзирая на то, что животное живет в доме, мы с вами можем принести в квартиру все, что угодно. На брюках, длинных штанах, джинсах, обувь, вот все, что угодно. Он за котами, девчонки, совершенно не ухаживает. Зато так, как и мамки барабану перепонку пробив, да, и котам лазя, и в ухо, и в глаза, там девочки пишут прям такое слово «живодер». Ну, я бы так не сказала, но как он обращается с животными, прям выдырая те глаза грязными пальцами, никогда руки не моет, лезет этим котиком в глаз. Это ужас. Это наблюдать просто, вы знаете, сердце кровью обливается. Я бы ему эти руки отбила, когда он теребит этих котов еще с таким усердием, еще с усилием, за шеек сваты, придав этого пузика. И лист пузика, девочки, пузика. Ошибочка по Фрейду, оговорочка. Пусика, конечно же. И выдирая ему эти слезки, у котиков они коричневого цвета, кто не знает, это не болезнь, это слезы такого цвета, это норма считается у всех котов. Итак, девочки, мои дорогие, вывод у меня, конечно же, не утешительный, потому что я смотрю про мамку и про то, что барабанную перепонку ей пробили, они поговорили 2 минуты с Ирочкой, поржали весело вместе, ой, ха-ха-ха, ой, как весело, и доте весело, и сыночку. Ой, смешно, так мамки барабанну перепонку пробили. Ну, а що тепер? Уже все, уже случилося. Ну, і похрін на неї. Ну, і що? Заросте, заживе, затягнеться, як на собаці, дівчатка.
Зато весь видеоблог был посвящен чему? Морде лица. Сява, ты ли, чё ли? Правильно Ирка опять сказала. То морду не умивав вообще ніколи, ходило зачухане, замизгане, страшне, зуби никогда не чистил и считал это достоинством. Я хорошо помню, когда он сказал при этих Гариках, Кериках, у той бедной Керри глаза были по 28 копеек, она не могла поверить, что в 21 веке существует человек, который вообще не чистит зубы. Такое, знаете, еще предположение, советик такой, лагідний такий дала, ну, може, хоч яблочко там погризть, як-то я, а воно взагалі ніяк не чистило ті зуби, понимаете? І ще й всіх людей унижав, оскорбляв, тільки він знає як. Паста – це хімія, дівчатки, зуби чистити не можна, бо ой, таке случиться, раки, хіряки, хімії взагалі чистити зуби не можна. Лучше ходить з жовтими заборами, понимаєте? З таким штахетником, з жовтим оттінком. Но тепер, що послужило причиною? Ну, согласны со мной, толчок какой-то был. Какие-то предпосылки должны были случиться, что Севка резко прям поменял свое мнение, взялся за себя, морду уколом и наколью. Прямо умывалечки, прямо сиворотки. Точки. Порезы закрываем, порезы открываем, кремики 125 штук, 40 грамм 800 гривен. Вот так Ирка сказала, нет, а не, у меня там за тысячи переваливает цена на крем. Нет, я не осуждаю, сразу, на берегу давайте договоримся, я говорю, девочки, я не осуждаю. Но если совсем честно, вот я вас очень прошу, напишите, пожалуйста, в комментах. Ребят, даже не знаю, как это сказать. Я тот человек, который признает моющие средства как для всего тела, так и для лица. Мочалка, вода, полотенце. Клянусь вам, все. В мене даже крема для рук немає. Не нужен він мені, в мене ніколи не сухі руки. Ну не ну, терпеть не могу. В Києві перед отъездом своїм сюди, я вам в трансляції как-то вже говорила, що я була у одного професора, там є у мене проблеми, да, по здоров'ю, не з гастроентерологією, зв'язано совершенно другое. Вот. І я заходила в клініку, брала консультацію, записувалась. По поводу морды лица. Врач посмотрел, сказал, кожа прекрасная, все хорошо. Единственное, возрастные изменения есть. Да, вот эти вот грыжи под глазами нижнее веко, вы все их видите, да. Ну и, конечно же, овал лица, я сейчас только про себя говорю, он поплыл. Оце все провисает. Шея тоже уже, вот эти тяжи, это все есть. Кожа упругость свою утратила. Мне 55, ребята. Ире 53, по-моему, да? Между нами 2 года разница. Девочки, скажите мне, пожалуйста, если нас обеих, и Иру, и меня, умыть, вот я перед вами всегда веду обзоры, трансляции, всегда умытая. Чем мы отличаемся? Вот лицо умытого человека чем отличается? Что... Пусть Ира, пусть любая другая какая-то женщина тратит десятки тысяч гривен. Говорит, пилинги делаю, раз в месяц она что-то ходит, что-то там ухаживает. Мне кажется, это все в голове. Это просто желание наше потратить время на себя любимую, ну и поставить галочку, да? Я все сделала, значит, я должна лучше выглядеть. Николи в жизни ни хрена не робила. Единственное... Що роблю, дівчатки, це якщо мені треба, то я декоративною косметикою підкрашусь. Чуть-чуть тонального, брови карандашом, немножко помади, тіні обов'язково завжди, щоб обозначити очі на своїй морді. Із-за вітіліго пігмент у мене потерявся, і ресниці навіть білі в уголках, тому кажеться, що зовсім очі маленькі. Вони у мене європейського стандартного розміру. Ну і що?
Девчонки, объясните мне, я лично в этом не разбираюсь. Нахрена тратить бешеные деньги? Ира выглядит моложе меня. Я не вижу этого. Я всегда объективно даю оценку. Всегда. У меня нет такого, что я буду кого-то хаять. Ой, я все такая красавица, а кто-то такой прям урод, страшный, старый. Нет. Ира хорошо выглядит на свой возраст. Но я считаю, я тоже неплохо выгляжу на свой возраст. Я копейки не трачу. Вообще. Не на які кремчики, скрабики, сыворотки. Я даже не знаю, что воно и с чем его едят. Слово вам даю. В этом, ну как-то я, вот как Ира сказала, за естественное старение. Вот если вы хотите действительно лицо сделать моложе, тогда нужно идти и делать вот в таком возрасте уже 50, за 50 чуть-чуть, круговую подтяжку. То есть кардинально что-то менять. Ну вот это мое мнение. Я высказываю только свое, сугубо свое мнение. Напишите, мне очень интересно, что вы, именно вы, девочки, женщины, вот такого же приблизительно возраста, как мы, вот я, Ира, вы, да, что вы думаете по этому поводу? Вы тоже тратите тысячи, тысячи, тысячи на морду лица? Ну, серьезно, мне смешно. Я не вижу результата, абсолютно. Если бы мне сказали, вот Ира тратит сколько на уход за лицом, так она и выглядит на 40. А ты нихера не делаешь с лицом, так ты и выглядишь на 60. Пардон, я не вижу разницы. Вот что хотите со мной делать? Вот мы приблизительно выглядим на один и тот же возраст. Еще раз, сугубо мое мнение. Но, девчонки, Сявка пошел дальше. Блефаропластику. Він буде робить блефаропластику? Серьезно? Я это сейчас слышу впервые. Ира говорит, ты что, чокнулся вообще? Начинает смеяться. Говорит, Самвел, прекрати, ты молодой, у тебя все нормально. Что ты там собрался делать? Ну, понятно дело, он никого никогда не послушается, девчонки. Ну, я привыкла в обзорах свое мнение всегда высказывать. Мы же с вами общаемся, да? Вы мне напишите свое, я ваши комментарии все читаю до единого. От природы, вот у меня даже в школе, я смотрю, винетки были раньше, помните? Выпускной, когда в институте. Верхние веки, и верхние века немножко, вот этот внешний угол, наплывает на глаз. Это моя природная особенность. Так было всегда. И в детстве, и в юном возрасте, и сейчас. И если у него было так же, а сейчас он возьмет и отрежет эту кожу, ребят, он станет с перепуганным взглядом, он поменяется вообще. И я смотрю, знаете, на кого? На вот этого Глушко, вот этот стриптизер Тарзан, Наташки нашей, муженек. Он же сделал и нижнюю, и верхнюю блефаропластику. Он вообще изменился. Он стал страшный, а был очень красивым мужчиной. Я начала смотреть, а он отрезал вот это вот нависающее веко, хотя оно у него было всегда. И в молодом возрасте, и в юном возрасте. Всегда это твоя особенность. Он взял это все, срезал, и вот такие переляканные, манюсенькие глазки остались. Да, кругом все гладенько, морщинок нема. Но ты же теперь на себя сам не похож. Ты же стал вообще другим. У тебя другое выражение лица. И мне почему-то кажется, девочки, что Сявка сейчас делает все то же самое. У него крупные, очень красивые глаза. У Иры тоже, вот как на мой взгляд, красивые глаза. Вот у Эдика крупные, но булькати такие, на выкате, как у бабы Тани. Эдька выкопанный, прямо морда бабы Тани. У них такие, как у ящерицы, вот сколько пишут, да, ой, варан, ой, там, крокодил. Не зря люди так пишут на херям, потому что глаза на выкате. У Иры и Севки... У них крупные, но у них по-другому. Их булькатами точно не назвешь. И этот придурок сейчас возьмет и просто тупо изуродует свое лицо. Вы думаете, он послушает даже
Ту же самую Иру? Нет, никогда не послушает. Не разбираясь вообще ни в чем, говорит про Ярика, про этого врача, который делал ему уколы. Идеально выглядит. Ой, у него такое лицо, рассказывает Ире про врача. Он идеально выглядит. Ты спросил, сколько этому Ярику лет? Правильно, тоже с Ирой соглашусь. Опять девочки. Она и говорит, одно дело, когда ему 25, он офигенно выглядит. И другое дело, когда ему 40. Ты знаешь, сколько ему лет, какого возраста этот человек? Что ты сравниваешь себя с Яриком? Ну, а если ему там 28 или 35, а тебе уже 43, разница будет? Конечно, разница будет. Надо же как-то мозгами шевелить, о чем-то думать. Ну, тупое. И не хочет абсолютно вообще никого слышать. Вот это вот самолюбование и утверждение в том, что я самый умный, я самый красивый, я самый богатый. У меня есть гроши, могу себе позволить, девочки. Дело твое. Ой, дурака учить только портить, девчонки. Ну, у нас с вами еще одна новость. Ой, я уже дуже багато времени веду свій обзор. Ну, ладно, об этом скажу обязательно, девочки. Надюшка, шо я почула? 21 числа сказала мамка, хіряма сказала сам Велки. Надя приїде, 22-го хитрий лис спектакль, 23-го вона уїде. Опять? У мене нервний тік. У мене глаз дергається. Що, опять? Опять Надя приїде на хитрого лиса? Дівчатки, може їй щось попити, Надя, га? Ну чесно. Ну, це вже нездоровий чоловік. Женщина, що тобою руководить? Скажи, пожалуйста. Сівка каже, ну а що, пусть приїжджає. От вона театралка. Ну і що, щоб не в недогарках живе? Ну от вона театралка. Всю жизнь прожила, театралкою не була. Ти думаєш, їй нужен твій спектакль, Сівка? Серйозно? Ну кого ти хочеш надурити? Уже твої зрителі іскушені. Уже не такі продумані, прохавані всі ці люди. Вони чувствують. Вот по одной фразе Надькиной, что-то тут не то. А, девочки, скажите, что я не брешу. Театралкой вдруг стала. Ну, мама, ну а что, нехай побуде, хоть дня 4 погуляє. Баба Таня была резка в своих утверждениях и решениях. Не надо. Не, хай їде додому. Оце в театр збігала, сходила. І нахрін поперла на маршрутку. Баба Таня не хоче, сказала мені одні хороші. Ребят, як би я не відносилась к шупечке, ну це ж невиносимо. Ну, давайте всі будемо говорити правду. Ну, баба Таня стара людина. Ну, це старий чоловік, ну їй надоело. Ну, їй хочеться покоя. Здесь я її розумію, як ніхто. Їй хочеться покоя. Це одна кімната. І це наглая просто Надька. Лезет на голову сюда в однокомнатную квартиру и будет сидеть на голове. Хорошо, давайте так рассуждать. Ну вот Севка те же самые слова сказал, что я хочу сейчас произнести. Ну что ты ей, мама, будешь запрещать? Ну нехай приезжает. Окей. Запрещать ей никто не может, не имеет права. Ты так полюбила спектакль. Тебе так нравится, как сам Велка играет. Ты хочешь еще и еще раз насладиться его игрой. Окей! Твою мать, иди в гостиницу. Ты приезжаешь на один день? Две ночи тебе переночевать. Окей, двое суток. Иди хостел с ними. Есть разные. Есть на два, есть на три человека комната. Тебе только вот 20 штук вручили в руки... Собирались зрители, у тебя денег нету, есть. Какого фига ты прешься в квартиру к бабе Тане? Девочки, это уже ненормально, это непорядочно, это нагло, это не по-людски даже. Это как-то противоестественно. И сколько ее зрителей не парафинят, не хаят. Уже все высказались, уже самыми последними словами. Это главное, что это правда, ребят.
и я ее часто защищаю. Когда ее оскорбляет мамаша эта, когда Севка уже как-то стебется и вытирает об нее ноги, мне по-человечески жалко. Мне любого было бы жалко. Я часто и за бабу Таню защищаюсь, когда он с нею издевается. Но это уже переходит все рамки и все границы. Ты больная? Недогарка, ты больная? Или все-таки, сучка, ты меркантильная? То есть, девочки, развиваю свою мысль. Подтвердите или опровергните, поспорьте со мной в комментах. Севка ей предложил укольчики в морду лица сделать. Вы все слышали ее голосовые. Грошей нема, самбелка дорого, це дорого, самбелка. Ну як ти думаєш, самбелка? Не знаю, де мені взять гроші, самбелка. Это же опять вот те крючочки-закидуны, о которых я вам все время говорю. То есть, Надька, ты рассчитываешь на то, что ты сейчас опять приедешь, сядешь в эфире, ногами поментыляешь, конечно, тебе будет неприятно, ты понервничаешь, попереживаешь. Я это понимаю. Этот момент я понимаю. Ну, то есть ты опять надеешься, что в наглую Севка начнет собирать деньги для тебя на эти укольчики. Просто в наглую, девочки. Как в прошлый раз, как позапрошлый раз. Это же уже не жизненно важные операции. Нет. Но ты на это надеешься. И я думаю, ребята, что там за кадром был договор с этим Самвелом. Однозначно. И она едет не на спектакль. Она едет по другой причине. Баблишка! Баблишка! Морду лица ж надо красавице сделать. Чокнутое ты создание. У тебя там столько провисшей кожи. Тебе не помогут никакие укольчики. Там только операции надо делать. Это совсем другое. И даже если ты что-то там где-то уколешь, и ты потратишь на это еще 50 тысяч или 100 тысяч, я не знаю, эффект сколько будет держаться? Кто ей объяснит, девочки, сколько? С твоей мордой лица сколько? Я думаю, полгода это очень много. Не продержится. На Севкином лице – да. Потому что это, ну, сравнительно молодая кожа, сравнительно молодое лицо, да еще мужское. Там, может быть, полгода эффект будет держаться. Но у тебе все, как у Шарпея. Зачем тратить столько денег? Ради чего? Не, девчонки, ей похрен. Севе надо контент снять. Понимаете? Такое, чтобы закрутить. Это ж не мои слова, это он так всегда выражается. Ну, а Надька за любой хипиш. Та й буду молоденька такая, буду такая гарненька, а? С Маринкой посоревнуюсь. Надька, признавайся, такие в тебе мысли в голове. А я подожду ваши ответы в комментах. До скорых встреч, дорогие мои, пока.